5 бесполезных машин. На 5-м месте у нас расположилась машина для сортировки Skittles. На 4-м месте машина, которая курит сигареты. Третье место. Машина, которая умеет сама выключаться. На втором месте. Машина, которая приводится в движение куриной косточкой. И первое место у нас занимает самая бесполезная машина. Коробка самоубийца. Подписывайся на развлекательно-познавательный канал 10 интересных фактов. С вами Алексей Козяков, и это канал 10 интересных фактов. Сегодня мы поговорим о 5 самых мистических звуках, записанных когда-либо человеком.